сказать, что долгожданное для сотрудников УБЭП задержание прошло без шума и пыли, будет не совсем верно. Видно и слышно, все было наоборот. Правда, эффект неожиданности присутствовал и сыграл ключевую роль. Вооруженные, что называется, до зубов браконьеры, ожидавшие наткнуться на стадо кабанов, поначалу даже обрадовались доносящемуся из глубины леса топоту. Но очень скоро поняли – рано радовались. На месте происшествия сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли у задержанных 3 автомобиля – ружья, охотничьи патроны, ножи, топоры, радиостанцию и мобильные телефоны. Туши отстрелянных диких животных направлены в ветеринарное объединение Тетюшского района Республики Татарстан для проведения исследования. Сам я охочусь на утку, на зайца, иногда на лис. Для того, чтобы охотиться на кабана, нужно брать лицензию, которая стоит не очень дешево. Поэтому на кабана охотятся либо дилетанты, либо состоятельные люди. Вообще, кабан – зверь очень дорогой. День за днем, неделя за неделей браконьеры следили за добычей, оперативники – за браконьерами, которые в какой-то степени тоже стали долгожданной добычей для блюстителей правопорядка. Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная охота, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба. В ближайшее время все задержанные предстанут перед судом. Каждому грозит до 5 лет лишения свободы. Однако на этом сезон охоты для сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции не закрыт. Очевидно, что это далеко не единственная банда браконьеров, пока еще орудующая в лесах Татарстана. Так что работы впереди много. Мария Молочникова, Максим Малов, телеканал «Эфир».